Ева рассказывает алфавит. Да. А ты? Я уже выучила. Да, молодец. А я. Как Ева расскажет алфавит, так получит свой попыт. А да, Ева? Рассказывай, какая буква? Угу. Дальше. Хотите пилку? Это буква Е, а у меня на Еву буква есть Е. Молодец. Давай дальше расскажу, какая буква. Не отвлекайся. Я вам в следующем видео покажу, как я научилась писать с Евой. Молодец. Дальше какая буква идет? Е. Угу. Желудь. Ж. Ж. Правильно. Какая буква? З. Угу. Б. Какая Б, Ев, ты чего? Индеец. Индеец. Какая буковка? И. И. Это йогурт. Йогурт. Это и краткая, а не Ё. Кот. Кот. Марк, не подсказывай. Ева, дальше. Это К? Это К. Буква К. Далее. Какая буква идет? Ну, какая буква? М. Ева. Какая буква далее идет? Л. Л. Правильно. Дальше. М. М. Угу. Н. О, оса, да? Осичка, правильно? Осичка. Дальше. Пеликан. Ты же мне уже рассказывала. П. Пеликан. П. Папа. Папа, да. Дальше. Ракета. Ракета. Сова. Сова. Какая буковка? С. С. Дальше. Тигр. Т, правильно. Улитка. У. У, правильно. Фламинго. Фламинго. Какая буква? Ф. Ф, правильно. Ха. Ха, хомяк, да? Дальше. Так. Что у нас идет там? Цветы. Ц. Ц, правильно. Черепаха. Какая буква? И сектор приз на барабане. Т. Нет, черепаха. Какая буква? Ева, мы здесь. Какая буква там? Че. Че. Далее. Ша. Шляпа, ша, да, ша. Ша. Дальше. Щука. Какая буква? Шу. Ще. Ше. Твердый знак. И. Вау, Ева рассказала алфавит с горем пополам. Куда забираешь попыты? У тебя попа не слипнется? Нет. Три попыты. А может, ты еще расскажешь алфавит? Это мы. А, Ева. Ой, попыты какая. Марк. Да? Может, тебе тоже задать пару вопросов? Давай. О-оу. Расскажи нам алфавит. Да легко. Могу даже закрыть глазами. Да ты что, правда, что ли? И даже не ошибешься? Да. Да? Ева, ты так умеешь за этими глазами, как Марк? Смотри. Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, и краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, У. Ц, Ч, Ш, Ща, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Ну ничего себе, крутой, все, молодец. Вот так, Ева, надо рассказывать алфавит. Ева, каждая буковка, чтобы отлетала от зубов. Сейчас я вам покажу, как писать, я научусь. Давай покажи, как ты там научилась писать. А я сейчас вот. Напиши. Ты будешь писать Ева? Давайте напишем. Вот делайте вот таких. Вот так. Нет, что это за буква? Вот. Я его вот сейчас делаю кистик. А здесь... Я знаю, какая у меня дальше буква идет. Какая?
Какая у тебя дальше буква? В. Вот. Ева. Да. Вот я научилась. Молодец. А Марк? Вот. Напишешь Марк? Ты же вчера писала. Если вы еще не знаете, как вот такую вот букву писать, научитесь. Ева и Марк. Да. Молодец. Здорово, с тебя еще раз. А давайте. Тебя еще раз будет алфавит. Если у вас есть купить, если на солнышке подержал. Если вам родители купили пупиты, вот как еще можно. Или вот так. Вот так, полоску. С ними можно делать кучу забавных вещей. И даже когда лопаешь, и ты поешь, и получается отличная песня. Вот. Так, какой нет хобби. Напишите в комментарии, у вас есть хобби или нету. Напишите, если у вас комментарий, если у вас есть хобби, напишите, какой он. Хорошо. А если у вас нету, попросите взрослым, чтобы они вам заказали или купили. Если хотите такой же пупыт, как у меня, попросите родителей, чтобы они вам купили, который светится в темноте и где на фотографии он в темноте. Да, но может быть надо себя еще вести хорошо для того, чтобы заработать пупыт, да, Ева? Да. Ты еще будешь нам рассказывать. Пупытка. Алфавит. Пупытинка. Знаете, давайте, всем пока. Еще я видела в песне, вот папа. Всем пока, Ева. Пока.